Проект был направлен на повышение потенциала сообщества женщин, употребляющих наркотики. Многие женщины уже благодаря этому проекту преодолели какие-то страхи свои, стали более уверенными в себе. Я как бы искренне верю, что вместе у нас все получится. Такие группы, они нужны. Реально понимаешь, что ты кому-то нужен, что ты не одинок в этой проблеме, что кто-то о тебе переживает. Даже ну, эти вопросы с милицией, как порешать, что сделать. Ну, я абсолютно, допустим, не знала ни своих прав. Здесь я услышала много, я знаю о своих правах, но я многого не знала. И считала себя вообще какой-то, ну, и теперь увидела, что много женщин с такой проблемой. И это, ну, настраивает даже на мысли, ну, действительно, вот изменить свою жизнь, свое отношение к себе, потому что я себя как бы не считаю ни за человека, потому что употребление, ну, как ниже плинтуса. Благодаря этому проекту я совершенно по-другому стала себя чувствовать. И что касается физически, что касается морально, мне есть с кем поговорить. Большая благодарность, спасибо, что когда столкнулась, и мне нужно было делать МРТ, а денег, естественно, нет, потому что у наркомана никогда нет денег. Ну, как бы проект мне помог, мне сделали бесплатно. То, что коррупционное общество у нас, это ни для кого не секрет. А то, что милиция у нас коррупционная, это как никому лучше знать именно наркоманам. Почему? Потому что любой наркопритон крышует милиция. Любого наркомана, если поймали, у тебя есть деньги, ты запросто через 5 минут уже свободен, только без копейки денег. То есть деньги отбираются. И все это в порядке вещей. И как бы говорить одному человеку об этом, это очень быстро, но в лучшем случае 15 суток. С теми же побоями, от которых мы боремся. Ну а в худшем тебе просто на дом принесут шприц с чем-то и тебя просто посадят.